Но все хорошо, что хорошо кончается, наверное, потому что созданное своими руками ценится вдвое больше. Чем то, что дали безвозмездно. Да. Вандализм в подъездах жилых домов – головная боль многих управляющих компаний. Как показывает практика, этим часто страдают дома с переселенцами из ветхого жилья. То, что дается бесплатно, ценить умеет, к сожалению, не каждый. Все подробности у Юлии Савуляк. Убирать в этом доме Татьяне Зайцевой приходится гораздо чаще положенного. Несколько лет назад сюда заехали переселенцы из аварийного жилья. Беречь свое новое имущество за 3 года так и не научились. Приехали с частных домов и считают, что это так нужно. Бычки кидают, курят, прямо бычки бросают. Пиво пьют, бутылки оставляют. В общем, семечек очень много бывает. Но они как отвечают, это ваша работа, вы за это денежку получаете. То, что платить за подобное свинство на самом деле приходится всем, как правило, не задумываются. За 2 недели в подъездах этого дома разбили несколько окон. Ущерб составил 20 с лишним тысяч рублей, которые вполне могли бы пойти на благоустройство. Стреляют в основном, как молодежь, с пневматических пистолетов. Вот 9 стеклопакетов придется менять. Полиция разбирается, но исправлять поломки придется все-таки коммунальщикам. Вот и работать в подобных домах желают немногие. Даже замена плафона может растянуться на целый рабочий день. Приходится и материал с собой, да, брать уже с запасом, что если даже поступила одна заявка на одну лампочку, то берешь уже 5 или даже 10 бывает, и приходится проходить все, потому что и воруют лампочки, и плафоны разбивают. А охота дом содержать в более адекватном состоянии, как бы как положено. Но усилий одних коммунальщиков на это пока не хватает. Хотелось бы, чтобы обратиться к собственникам помещений вот многоквартирных домов, чтобы они как-то более бережно относились и как-то к сохранности вот своего имущества. Сами жильцы с пожеланием вроде бы и согласны. Мне кажется, просто воспитывать надо людей. Но воспитывать своих же соседей, судя по состоянию подъезда, видимо, не получается. Угроза штрафов тоже не останавливает. Несмотря на постоянные ремонты, нелицеприятная слава о таких домах распространяется быстро. Желающих купить квартиру и даже снять жилье где-то поблизости, как правило, гораздо меньше обычного. А в управляющей компании теперь думают поставить на дом видеокамеры, чтобы вычислять вандалов. Юлия Савуляк, Евгений Доценко, СИБ Информбюро.